На початку року прем'єр-міністр України підписав державну програму, що зобов'язує всіх мешканців багатоквартирних будинків встановити на кухні своєї оселі датчик витоку газу та замінити старі газові плити для попередження вибухів у житлових будівлях. І ви в це повірили? А марно. Це нова схема аферистів. Саме так шахраї дурили миколаївських пенсіонерів. За декілька місяців молодики заробили на довірливих понад 200 тисяч гривень. Як працювали аферисти і що потрібно знати, аби уберегтися і не стати жертвою шахраїв, дивіться далі. У неділю під вечір у квартиру Ірини Железнякової подзвонили. Коли жінка відкрила двері, на порозі побачила молодих і дуже симпатичних на перший погляд хлопця і дівчину. З порогу пара повідомила, мовляв, їх фірма впроваджує державну програму для пенсіонерів із заміни старих газових плит. Адже ті дедалі частіше стають причиною витоку газу, а це може призвести до сумних наслідків. Були частіше случаї зриву бытового газу із-за того, що плити старые. Кстати, у вас какая плита? Я говорю, ну, плиту такая же, как дом. Можно мы посмотрим? Я их провела сюда на кухню. Тоже присели, посмотрели. Ой, ну да, она ж уже старая. У нас есть возможность поставить новую. Я говорю, моя плита устраивает. Тем более у меня нет денег на новые плиты. Они ж там стоят, ну, я не знаю, 7-8 тысяч. Пані Ірина від такої розкоші відмовилась, мовляв, пенсію отримує невелику, всього 1400 гривень. Отже, така сума для неї непідйомна. Але молодята жінку заспокоїли, адже вона саме з тієї когорти соціально незахищених, яким вони і допомагають. Умови дуже вигідні. От наша плита, показують мені фото з інтернету, наприклад, стоїть вона там 7200 або скільки там. Ми робимо скидку за те, що ви інвалід, за те, що ви одна живете, я кажу, да. В общем, насчитали мінус, всього вийшло 2800. Жінка погодилась, і молодята активізувались. Мовляв, заплатити потрібно негайно, адже на ці плити дуже великий попит. Тому що плит дуже мало, і буквально, я не знаю, там осталось кілька штук. Тобто, якщо ви завтра заплатите, її вже не буде. Тобто, треба нам під'їхати туди, зарезервувати, віддати гроші, і тоді, то 100% ми вам завтра її привозимо в першій половині дня. То есть это вообще не проблема, это будет быстро, вам ее установят. З жінкою підписали договір, а та віддала усю суму. Аби пенсіонерка не переживала, їй залишили подарунок. Реле такое оставляется в этот самый в сеть, и как бы оно реагирует на, если газ будет выходить, ну что-то такое. Подписали там типа договора. Завтра утром вы же будете дома, освободить плиту от всех этих самых, чтоб мы приедем. Вам поставить. І тут би Станіславський сказав, не вірю. Але як не повірити, солідно вдягнені молоді люди мають посвідчення, договори з печатками і посилаються на закон, умови якого потрібно виконувати. В це повірило і подружжя Сидоренків. И они довольно внушительно объясняли, вот вышло постановление Кабинета министров, и срочно, вот сегодня прям нужно, последний день, установить вот эти счетчики. Да, и к этому они еще добавили, что они сотрудничают с местными властями. То есть не просто от предприятия, а вот так вот. Ну, естественно, мы пригласили их вот сюда, на кухню, начали более так близко знакомиться. Я еще несколько раз спросила, кто вы, да что вы, пыталась проверить. Они предоставили листочки со штампами, с печатями от предприятия, ЧП там, с этими фамилиями. Вартість РЛН не називали, але запевнили, без нього тепер не обійтись. Мне никак не было понятно, вот эта маленькая штучка, которая должна включаться и быть включенной в электросети для того, чтобы фиксировать утечку газа. Какая связь между газом и этой электрической штучкой, я так до сих пор и не поняла, потому что действительно это непонятно. Он мне объяснял, этот товарищ, что вот когда газ пойдет по полу, начнется вот все такое, много наполнится газа, начнется какая-то сигнализация. Я говорю, а где эта сигнализация? Ее не было. Також подружжю запропонували за соціальними знижками придбати новеньку газову плиту. Вони убедили в тому, що так як ми обидва пенсіонери, маємо льготи, написали скільки, от як, за що ми можемо приобрести вдобавок ще плиту, білоруську плиту, а у нашої дочери, якраз у неї четверо малышей, ми вирішили от таким образом їй цю плиту подарити.
Вот. Не столько нам это устройство нужно было, но это как законопослушные, да, мы вот решили так. Мы заплатили где-то 100 евро на тот момент, да, за вот это обслуживание. И 51 гривну. И 51 еще гривну. Такие папочки, в которых было вот это реле, параметры газовой плиты, ну, чтобы что-то показывать потерпевшим, да, обманутым гражданам показывать. Вот такая вот газовая плита. Причем сфотографированные газовые плиты дешевые, украинского производства, которых цена и так составляет не больше 3000 гривен, да. Но при этом у них выдавали за газовые плиты дорогостоящие из Беларуси, из Германии, цена которых 6000 и более. И только у них есть акция, есть скидка, и эту плиту можно получить дешевле. Шахраям так вдавалось задурити пенсіонерам мізки, що ті підписували договори, навіть не читаючи, та одразу віддавали за неіснуючий товар усю суму. Потім вони вже ушли. Я взяла очки, читаю. Там написано «Реле, сума 2800». Я потім починаю думати, якщо це за реле, як тут написано, 2800, значить, никакой плиты, наверное, быть не может. Я тогда уже начала это сам, но думаю, но я очень верю людям. Я думаю, нет, так не может быть. Когда доверчивые люди соглашались на их условия, они подсовывали договор купли-продажи и акт приема-передачи. И при этом они говорили, что бонусом к сделке идет вот такое вот реле напряжение, которое ничего не стоит или 1 гривну, но это им будет в подарок. Да? При этом надо подписать акт приема-передачи этого реле. Наивный потерпевший подписал акт приема передачи реле, потом ему сразу же подсовывался договор, в котором вместо газовой плиты было прописано это же реле напряжение. Только цена его была, как правило, в 10 раз выше его реальной стоимости. То есть, если этот прибор стоит в магазине, как правило, 300 гривен, то потерпевшим их продавали за 2500-3000 гривен. Потерпілі згадують, навіть думки не припускали, що це можуть бути аферисти. Мене привлекло в них то, вони дуже... вежливо со мной общались, культурно. Потом какие-то о домашних животных тоже. Вот кошка ходит, это самое. О домашних животных мы поговорили. У них там собака есть у кого-то, это самое. В общем, я же говорю, даже на минуту я не засомневалась, что это какая-то может быть вот обман или мошенники. И даже в процессе разговора у нас оказались общие знакомые. Понимаете? Да, потому что мой муж в отставке офицер, и там военнослужащий, и как бы вот они разговорились так. Виявити афериста сьогодні дуже важко, адже вони майстерно маскуються, виглядають по-діловому, інтелігентні та доброзичливі. І зазвичай непогані психологи та маніпулятори. Перший етап роботи мошенника. Він вас діагностує. То есть ему нужно понять, чем вы увлекаетесь, что вы любите. Он под вас подстраивается. Когда он определил, кто же вы по такому психотипу, он начинает вас обрабатывать. Если вы аудиал, он использует слова, которые влияют именно на ваш слух. Послушайте, давайте я вам сейчас расскажу, давайте мы с вами послушаем. Это во-первых. Например, точно так же касается и... визуалов. Посмотрите, если вы посмотрите, а взгляните вот сюда, какой красивый цвет и так далее. То есть он этим уже закладывает определенный крючок, а мы даже не догадываемся. Потом он пытается выяснить, что вы больше любите в жизни, подстраиваться под ваши интересы, и у него наступает следующий этап. Он копирует вашу манеру поведения, вы даже при этом можете не догадываться, но он копирует ваши жесты, это для того, чтобы вас расположить к себе. Скопированы жесты, скопированы какие-то определенные слова. Эти слова, которые используете вы, он использует в речи с вами, для того, чтобы вы были больше к нему расположены. После этого наступает третий этап, он закидывает определенные якоря, происходит так называемая якоризация. То есть он использует какие-то кодовые ключевые фразы, которые не дают вам опомниться, и если вы только начинаете мыслить логически, возвращает все на круги своя, то есть на ту волну, которую он вас настроил. Не дочекавшись газової плити наступного дня, обурені пенсіонери почали дзвонити продавцям. Але ті були вже не такі люб'язні, а потім і зовсім переставали брати слухавку. Отже, близько 10 ошуканих звернулись до поліції. За короткий час правоохоронці затримали головного фігуранта – 19-річного організатора псевдобізнесу. З'ясувалось, шахрайством під грифом законно займались молодики з Харкова. Вони в марті місяці відкривають частне підприємництво на одного із них. Регистрируются как положено в налоговой, получают свидетельство о занятии предпринимательской деятельностью, якобы плательщика налога единого свидетельства, и приезжают в город Николаев уже в апреле. И их было убеждение, что раз они предприниматели, они имеют право продавать любой товар по любой цене, пусть даже завышенной в 10 раз. Типа законами бизнеса это не запрещено. Но при этом тот факт, что они обманывали людей,
Они, конечно, умалчивали, что они рассказывали о продаже газовой плиты, а на самом деле продавали вот эти никчемные реле. Майже за 3 місяці гастролери ошукали 84 пенсіонерів та заробили на них понад 200 тисяч гривень. Коли шахраї зрозуміли, що такий бізнес приносить доволі непоганий прибуток, вирішили час розширюватись. Вони почали нанімати собі на роботу інших людей, як правило, жителі Ніколаєва. Щоб самим не обходити десятки і сотні квартир, вони просто наняли 3 або 4 чоловік, яких запускали кожного по різному під'їзду. Ті ходили, коли знаходили довірчивого гражданина, уже подходили основные силы, да, вот эти вот два наших главных афериста подходили и уже заключали договор. Выдавали бонусное реле и забирали деньги. А легкі гроші горе-бізнесмени витрачали на красиве життя. Дорогі ресторани, бари, нічні клуби та орендували комфортне житло. І цинізму шахраям не бракувало. Сім'ї по 60-70 тисяч в місяць можна неплохо жити, можна сказати, кучеряво жити. Вони так і жили, вони вели себе дуже так вызывающие. В своих соцсетях они постоянно выставляли фотографии, как им хорошо живется. Основной лейтмотив их поведения был такой. Жизнь удалась, мы поймали Бога за бороду, у нас есть деньги, и деньги у нас будут вечно. Они постоянно выкладывали фотографии с деньгами, в каких-то дорогих заведениях. Не стеснялись даже показывать, вот выйдя с квартиры очередной жертвы, развернуть деньги веером и сфотографироваться на фоне там, дома, подъезда и тому подобное. Или открыть кошелек и показать толстый пресс денег в этом кошельке. Навіть коли поліцейські вже затримали ватажка злочинної групи, його посібник не розгубився, зареєстрував у Харкові іншу фірму і подався на заробітки в Одесу. После обыска нам удалось задержать организатора этой аферы, жителя Харькова, 19 лет, который был оформлен как частный предприниматель, задержать и с большими усилиями, но поместить его в СИЗО. Суд учел общественную опасность его, в отношении кого он совершил преступление, масштабы этой преступной деятельности, сколько было обмануто людей, причем людей самых незащищенных, скажем так. Его подельник, второй фигурант этого дела, скрылся после этого. Дело в отношении первого фигуранта в августе месяце было объявлено, направлено в суд, вот, а подельник был объявлен в розыск. Мы разыскали его уже в сентябре, выяснили, что он после этого перебрался в город Одессу. За август месяц и начало сентября он успел обмануть там порядка 12 человек. Справу аферистів передали до суду. Їм загрожує позбавлення волі до 3 років. Чи вистачить їм цього часу, аби зробити висновки, ми не знаємо. Але наші потерпілі, на жаль, урок аферистів не засвоїли. Здравствуйте. Здравствуйте. Откройте дверь нам, пожалуйста. Это социальная служба. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы из социальной службы. Вы слышали о новой реформе медицинской? Да. Вот тут. Ми розповіли лише про одну із схем аферистів. Але у пошуках легких грошей шахраї вдаються до різних хитрощів та постійно вигадують нові способи. А наша довірливість і безпечність лише спрощує їм роботу. Якщо ж ви стали жертвою аферистів, не опускайте руки. Повідомляйте про них через соцмережі, пишіть обов'язково заяву до поліції та інформуйте про такі факти через ЗМІ. І, звичайно, читайте закони, дивіться нашу програму. І тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».